Я много лет знаком с Папановым, еще со школьной скамьи, и он, всякий раз встречая меня, говорит: «Старик, ну, совсем не точно ты меня показываешь. Вот Леонова у тебя очень точно получается, а меня не надо, прошу тебя». А Леонов, наоборот, заявляет: «Вот очень Папанов здорово делаешь, а меня, ну, совсем не похоже. Зачем же так? Неужели я такой вообще какой-то неуклюжий? Что ты из меня какой-то чучело гороховый сотворил?»